Время султана Баезета истекло, Идрисака. Он не должен доехать до Дедемотики. Будет исполнено, повелитель, как прикажете. Сулейман. Можно ли так поступать? Султан Баязет хан ваш отец. Он мой дед. Неужели вы убьете его? Пойми, Сулейман, я теперь уже не его шахзаде, а падишах, так? Власть теперь в руках у меня. Не забывай, власть тени не приемлет. Но как же? Вы же договорились. Султан Баязет сам согласился в ссылку уехать. А кто даст гарантию, что он не вернется? Отныне он побежден. А в сердце побежденного лишь одно желание — месть. Отец. Когда приходит время, молодой лев убивает старого. Это закон природы. Так устанавливается власть. Отправьте шейху Лисламу и Бусуду, эфенди. Как прикажете, повелитель.
госпожа. Полагаю, до вас еще не дошли слухи о том, что случилось? И что же случилось, Хюрем? Твой горячо обожаемый и столь тобою восхваляемый шехзаде Мустафа, оказывается, заключил союз с персами. Он хочет натравить на нас войска персов, чтобы свергнуть нашего повелителя с престола. Хюрем, ты сошла с ума. Как ты смеешь? Как у тебя язык поворачивается говорить такое про шехзаде? Я знаю, что правда сейчас в руках у повелителя. Шах Тахмасп и шехзаде Мустафа вели тайную переписку. Шехзаде связался с нашим самым заклятым врагом, и он за это заплатит. Лакман-ага, передайте повелителю от шейху Ислама привет и пожелания здоровья. Доброго дня. Никогда раньше не видела его таким. Госпожа моя, мне бы не хотелось попусту беспокоить вас. Но в народе говорят, что наш повелитель нередко переодевается простолюдином, бродит по базару, по горам и холмам. Я знаю это, Сюмбюль. Он очень странный. Ни с кем не разговаривает. Лакман сказал, что иногда он целыми днями не покидает своих покоев. Словно какой злой дух завладел повелителем. Повелитель, шейх Ул-Ислам Эбу Сууд Эфенди прислал вам письмо.
Говорят, повелитель, что Аллах посылает горе столько снега, насколько она велика. И вы, владыка трех континентов, возвышаетесь, словно огромная гора. И так же, как в вашей жизни были лето и весна, у вас непременно будут снег и зима. Повелитель, я нашел решение проблемы, относительно которой вы спрашивали мое мнение. Молю Всевышнего, чтобы он позволил своему рабу Ибусуду превратить этим лишением для вас ночь в день и зиму в весну. Когда-то в Стамбуле жил один богатый купец. Когда ему понадобилось отправиться в далекое путешествие, он поручил семью и управление всеми делами своему любимому сыну, потому что он был полностью уверен в его верности. Но стоило отцу уехать, как сын решил избавиться от порученной ему отцом семьи, завладеть его имуществом и по возможности убить самого отца. Что в такой ситуации нужно сделать с сыном, совершившим такое предательство? Ответ. Этого предателя, покусившегося на имущество, власть и силу своего отца, решившего притеснить его семью, жену и детей, для поддержания всеобщего порядка необходимо... Необходимо казнить. Добро пожаловать, ты принес нам радость. Благодарю. Как хорошо, что ты вернулся. Хорошо, но все странно. Очень странно, что вместо Селима повелитель теперь решил назначить регентом меня. Я удивился, узнав об этом. Что в этом удивительного, Бейзет? На мой взгляд, повелитель таким образом хочет показать, что не отказывается ни от тебя, ни от Селима. Вы намекаете, что повелитель отказался от Мустафы, верно, мама? Шахзаде Мустафа предал повелителя, это известно тебе. Что произошло? О чем вы говорите? Я уверен, Мустафа ни в чем не виноват. Ему подстроили ловушку. И мне очень горько, что те, кто это сделал, живут под этой крышей. Не надо кидаться пустыми обвинениями. Какая наглость, ты потерял уважение. Тебе пора открыть глаза. Мустафа далеко не такой невинный, как ты думаешь. Мама, если вы не ошибаетесь, Мустафа будет казнен как предатель. Так, мама? Только повелитель это решает. Мне неизвестно. Вам хотелось бы его уничтожить, не так ли? Хватит об этом. Пусть Мустафа и повелитель сами решают. Не надо вмешиваться. Это дело не только Мустафы и повелителя касается. Это борьба между добром и злом, Михримах. И я останусь на стороне правды и добра. И будет так до последнего моего вздоха. Михримах. Я знала, что они ни меня, ни тебя не послушают. Они всегда при своем мнении и даже не понимают, что им во вред, а что во благо. Джихангир. Джихангир, постой. Нам ничего не добиться таким путем. Этими разговорами не спасти дело. Я не смирюсь с этим, Баязет. Мустафа может лишиться жизни из-за этих козней. Я знаю, я согласен. Я тоже в этом уверен. Мустафа не виновен, это же всем ясно. Нужно хорошо подумать. И разумно действовать.
Повелитель теперь, возможно, подозревает Мустафу, но это пройдет. Ему нужно время. Мустафа объяснится с повелителем, они поговорят, и проблема уладится. Это так просто, по-твоему? Не убьет же он его? Госпожа, в Ускюдаре есть знаменитый предсказатель. Все, кто к нему ходили, очень его хвалят. Мне его позвать? Хотите? Настал момент, когда уже бесполезно смотреть на кости, воду и пепел, чтобы будущее узнать. Теперь его можно узнать, только глядя в глаза и на лица людей. Перелетные птицы уже полетели на юг. Значит, в этом году зима придет рано. Госпожа моя, пойдемте во дворец, вы замерзнете. Какой тяжкий груз у тебя на сердце. Не нужно молчать. Это молчание разрушает тебя. Поделись со мной своим горем. Расскажи все мне. Тайна утонет, как в колодце тонет эхо. Госпожа. Госпожа, да что с вами такое? Я только что увидела во взгляде повелителя всю Сюмбюр. Это уже глаза не того человека, который когда-то смотрел с любовью на меня. Что вы увидели, госпожа моя? Что же было во взгляде повелителя? Шахзаде Мустафа умрет. Матушка. Не буду ходить вокруг да около, Джахангир. Я не одобряю, что ты собираешься в поход. Прошу, обдумай это решение еще раз. Я все решил. Не хочу вас больше утомлять своим присутствием, мама. Джахангир. Джахангир. Я не понимаю тебя. Когда твое присутствие меня утомляло? Что ты сейчас такое говоришь? Я всегда так любила тебя. Разве я не была рядом с самого твоего рождения? Разве я тебя оставила хоть на один день? Я никогда не отрицал и не отрицаю, что вы много сделали для меня.
Я благодарен. Мое почтение бесконечно. Потому что я знаю, что вам пришлось пережить. С кем вам пришлось бороться, чтобы удержать повелителя и его любовь. Но все это не оправдывает того, что вы сделали. О чем ты говоришь? Все, что я делала, защищало своих детей. Теперь важно, кто как себя поведет сейчас. Мустафа невиновен, и вам это хорошо известно. Откройте, что Мустафа не виноват. Пусть все узнают правду. Тогда в моей поездке не будет необходимости. Тогда я буду здесь у ваших ног. Ваше желание в ваших руках. Правда хорошо известна, Джахангир. Мустафа предал повелителя. Не в моих силах это изменить. В таком случае меня здесь никто не удержит. Я не нужен здесь. Я буду в лагере. Я буду рядом с моим братом. И чтобы защитить его, я сделаю все. Что вы думаете, матушка? По-вашему, какое наказание назначит повелитель брату Мустафе? Его должны казнить. Казнить? А чего ты ждала? Но это невозможно. Повелитель просто отправит его в другой санджак или сошлет в Кафу. Но он никогда не казнит своего сына. Успокойся. Я не этого хотела. Я против того, чтобы Мустафа взошел на трон, это правда. Но я не желаю ему смерти. Либо одно, либо другое. Иначе никак. Ты сама это прекрасно знаешь и знала, когда ехала за его печатью. За все нужно платить. Вы уверены в решении повелителя? Мустафу казнят? Это предчувствие. Но оно очень сильное. Что суждено? Один Аллах знает. А если шахзаде Мустафа все поймет и решится поднять бунт, ветер подует обратно. Что это значит?
Это значит, что Селим, Джихангир и наш повелитель вернутся мертвыми. Аллах, убереги нас. Почему приехал Рустем Паша, тебе не сказали? Мне ничего не известно, госпожа, но он хочет срочно вас видеть. Госпожа. Ты что-то нам хочешь сообщить? Судя по твоему виду, новости не особо хорошие. Неужели Шахзаде Мустафа поднял восстание? Говори. Что-то с братьями? Не тревожьтесь, госпожа. Я приехал, чтобы сообщить хорошую весть. Хорошую? Шахзаде Мустафа по приказу повелителя был казнен. Долгие годы добивалась этого. Долгие годы ждала этой минуты. Не было ни одной ночи, чтобы я спала спокойно. А теперь ты говоришь, что все закончилось. Что я победила. Это правда. Ты уверен, что все кончено? Можете не сомневаться, госпожа. Вы добились, чего хотели. Но я очень боюсь, что смерть Шахзаде — это только начало. Госпожа, повелитель разжаловал меня, бросил на съедение волкам. Я оказался в безвыходном положении. Янычары требуют моей головы. Они будут мстить. Меня хотят уничтожить, они... убьют меня. А чего ты ждал? Шахзаде Мустафа давал им надежду. А сейчас ее нет. Мы виноваты. Поэтому они будут мстить нам. Теперь они ударят изо всех сил, будут наступать со всех сторон. Они захотят испортить жизнь тебе и моим сыновьям. Тебе надо быть сильным. Не сдаваться. Идти вперед. Нельзя показывать им, что ты боишься их.
И главное, не забывай. Буря не вечна, она уляжется. Рустем Паша! Это правда, что Мустафа был казнен? Правда, Шахзаде. Мне очень жаль. Ты наглая, лживая тварь! Тебе никогда не обмануть нас! Все знают, это твоих рук дело! Это из-за вас Мустафа убит! Вы убийцы! Вы этого хотели! Госпожа, я знаю, что вы огорчены. Однако мы не имеем к этому никакого отношения. Так решил повелитель. А его решения не обсуждаются. Вы повелителю лгали. Все знают, что вы желали для Шахзаде смерти. О, Аллах! Что происходит? Именно вы сделали из отца сына убийцу! Это правда, мама? Бейзет, сын... Не прикасайтесь. На ваших руках кровь брата. Шахзаде, как вы можете обвинять свою мать? Да, обвинять надо бы тебя. Ты ведь был там? Может, ты лично убивал моего брата? Ну, теперь вы довольны? А? Вы довольны? У вас на пути никого не осталось, верно? Давайте, радуйтесь! Давайте! Что же вы стоите? Празднуйте, вы достигли своей цели! Шахзаде Мустафа и я действительно не ладили. Однако праздновать мне нечего. Я сама очень огорчена тем, что произошло. Ты лжешь, Хюрем, впрочем, как всегда. Ты очень рада, что Шахзаде Мустафу убрали с твоей дороги. Не надо лгать, что ты огорчена. Это ты лишила его жизни. Вы убийцы! И не надо здесь лгать! Вы убили его! Вам не удастся это скрыть от нас, грязные шакалы! Во всем вы обвиняете меня! Но вы забыли, что не я приказала лишить Шахзаде Мустафу жизни. Это решение было принято нашим повелителем. Вы обвиняете нас. Вы хотите знать, кто виноват в смерти Шахзаде? Когда вернется повелитель, спросите у него. Но я не хотела того, что происходит между нами, Мустафа. Однако у меня не было выбора. Мы разведены самой судьбой. Мы никогда не сможем жить в мире. Ты по одну сторону, я по другую. И благо одного из нас непременно обернется бедой для другого. Как жаль, правда?
А ведь мы с тобой, Мустафа, могли и не враждовать, сложись все иначе. Если ты был бы моим сыном, не пришлось бы нам сражаться в этой жестокой войне.